Сейчас я разговаривал с представителями стачкомов, с представителями рабочих, которые бастуют не только в Минске, но и в других городах. Помните марш свободы на выходных? Да! Помните, сколько людей было? Да! Давайте повторим это на этих выходных. Да! Но мы не просто повторим. Нас должно быть еще больше. Ведь власть берется в столице, власть берется в Минске. И я предлагаю от имени тех рабочих, с которыми мы разговаривали, с которыми мы вели переговоры, представителей стачкомов из разных городов, я приглашаю всех в Минск. Мы приглашаем всю Беларусь в Минск на эти выходные. Мы предлагаем провести марш на Минск из всех городов, где идут забастовки, из всех городов, где выходят люди. На этих выходных давайте собираться в Минске. На автомобилях, пешком, на поездах, всеми путями. Приезжайте в Минск. Нас должно быть очень много. Мы должны показать этой власти ее место. На этих выходных все в Минск. Все в Минск, 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 все в Минск. Смотрите интернет, читайте телеграм-каналы, чтобы знать время и места сбора. Конечно, это будет центр города, это нужно понимать.